Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Ги, и мы сегодня мы играем на Родина РП первый сервачок. Муник здесь Кирилл Путбулов, и не забывайте вводить муник по регистрации, потому что если вы прокачаетесь до третьего уровня, я получу 250 тысяч, и 150 тысяч, получается, я отдам вам. Поэтому обязательно вводите мой ник. Я думаю, по названию ролика вы сегодня догадались, чем мы будем заниматься. Как бы у меня есть донат, давайте пропишем команду /донаты, 1000 рублей. И на эти 1000 рублей я хочу купить золотые рулетки и покрутить их. Поэтому, пацаны, с вами обязательно лайки и не забывайте подписываться на канал. Давайте постараемся до лета набрать 16 тысяч подписчиков. Итак, давайте сначала будем их покупать. Вот донаты заказать. И вот здесь есть голд рулетка. Одна голд рулетка 190 АЗ монет. Если что, у меня 1000 получает. Я тогда не знаю, сколько нам их купить. Давайте я буду покупать, пока у меня деньги не закончатся, в принципе. Все, у меня недостаточно. По-моему, купил я сколько. Давайте сейчас посмотрим. У нас здесь будет написано. Так, ежедневная рулетка, да? Вот, ежедневная рулетка. У нас 12, пацаны, золотых рулеток мы будем крутить. Ну и потом я покручу еще 4 бронзовых. Чисто так, как бонус будет. Я думаю, комментировать не будет смысла. Я сейчас покручу, просто вы будете смотреть там под хорошую музыку. Но потом я уже прокомментирую. Я надеюсь, на самом деле, что мне выпадет что-то годное. Потому что мне сейчас нужны деньги. Я бы хотел, чтобы мне там выпало хотя бы там 5 миллионов. Либо какая-то машина хорошая. Пожелайте мне удачи, пацаны, и погнали. Короче, это просто, пацаны, пиздец. Я выбил две машины. Audi R6, получается, и Porsche Cayenne. Я выбил две машины, пацаны, наконец-то. Я первый раз за все время, что играю на Родине, в рулетке выбил машину. Даже две машины я выбил, понимаете? Это очень круто. У меня, по-моему, закончились рулетки. Да, у меня закончились. Я просто в шоке. Но я выбил донат, по-моему, у меня сейчас хватает. А, не, не хватает у меня купить рулетку. Пацаны, я просто выбил две машины, чтобы понимали. И я выбил где-то 500 тысяч денег всего лишь. Так, инвентарь. Давайте посмотрим.
смотрим. Audi R6 1 и вот Porsche Cayenne 1. Пацаны, две тачки выбил просто. Блин, это очень круто. Это реально очень круто. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто играет на центральном округе, то есть на первом серваке, за сколько можно продать Porsche Cayenne там, либо Audi R6 на рынке. Ну, сколько стоят эти машины? Блин, я очень на самом деле рад. Я просто выбил две машины, пацаны. Это очень круто. Мы их обязательно заберем, но уже потом давайте я заберу хотя бы XP-шки, наверное. Я на самом деле очень рад, просто я очень рад, то, что я выбил две машины. Я уже думал, все, типа, я ничего не выбью. Ну, вы сами видели, что мне выпадало, типа, всякая дичь, там, XP-шки и деньги. Ну, денег мало выпадало, ладно, если бы там 5 миллионов выпало, либо миллион. Пацаны, всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите играть вместе со мной, получается, на родину. Я вывел, пацаны, две машины, напишите, пожалуйста, в комментариях, за сколько их можно продать. Давайте постараемся, кстати, на этой серии набрать 50 лайков, я вам буду очень благодарен. Все, пацаны, всем пока-пока.